В 2020 году для отдыха и оздоровления детей в Тверской области будет работать более 640 лагерей. На укрепление материально-технической базы 17 организаций отдыха и оздоровления из бюджета Тверской области планируется направить более 14 миллионов. Средства предусмотрены на капремонты спальных корпусов, кровель зданий, пищеблоков, выполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, оборудования и инвентаря для реализации образовательных программ. Планируется, что в работе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году будет привлечено 3500 педагогов и 400 медработников. Игорь Удыня поручил расширить перечень документов, которые педагогические и медицинские кадры, вожатые, повара, работники пищи блока предоставят для работы с детьми. Регион готов, выделены субсидии на поддержание инфраструктуры. Мы затронули вопросы сегодня и, собственно, самой инфраструктуры, выделение денег, ремонта, приведение в нормативное состояние. Второе – это подготовка кадров, персонала для участия в этой работе. Это курсы для будущих вожатых, работников. Это наличие необходимых разрешительных документов, в том числе и справки, исходя из уже сегодня повышенного внимания Роспотребнадзора и медицины к персоналу. Это требуется в современных условиях. Мы хотели бы более детально и заблаговременно подготовиться к аттестации этих сотрудников.